Вот, а это сейчас другое видео, просто попадешь. Вот девочка, смотрите, рисует. Вот на ваших глазах очертания вот появляются какие-то. Только что вот город загорелся ночной. Картины вот она продает. Можешь продиктовать свой номер телефона. Для бабла? Ну, не то, что для бабла, как у них, чтобы они переводили. А может быть, тебе кто-то позвонит и скажет, продай картину когда-нибудь. Ну, я думаю, кому надо, найдут меня. Через меня, да, допустим, да, даже? Конечно. У меня же на канале есть ссылки. Меня? Да и тебя. Мы все одинаковые. Конечно. И не рыба, вместо рыб будут плавать там. И не рыба, вместо рыб, мы не люди вместо нас. Город был остался тым, город просто Ах ты! Город на-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 на
ни я, ни ты уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы, считаю дни, я должен ждать. Цветут цветы среди огней, среди чужой большой любви. Цветы глаза, цветы слова. Птица, место птиц, о волках, о тебе. Эту песню поют вовсе не на весне. На холодной земле, населенной извне, приземляются они, инопланетяне. Цветут цветы, ни я, ни ты уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы, считаю дни, я должен ждать. Цветут цветы среди огней, среди чужой большой любви. Цветы глаза, цветы слова, с холодным запахом зимы. И не рыба вместо рыб, и не люди вместо нас. Город был, остался там, город просто погас. Город просто так, а чё ты? И остался лишь запах тела твоего, тела твоего звон. Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы, считаю дни, я должен ждать. Цветут цветы среди огней, среди чужой большой любви. Цветы глаза, цветы слова, с холодным запахом зимы. Нормально, хорошо прям получилось. Катастрофический, я его не сыграю сейчас. Я тебе просто покажу, что у тебя в голове немножко больше. Красота завафлила, сейчас спасет только панк-рок. Завафлила? Красота завафлила спасет только панк-рок. Завафила? Так что... И, а то я думал, ослушался. Прекрасное слово, между прочим. Завафлила. Я, нет-нет, поглядывал такие это мероприятия в интернете. Чуть-чуть. Они разные бывают. В детстве цыганка мне одна предсказала, будто я, если сильно полюблю, то блин, а классно у вас получается. Что я смелый не прощу и жестоко отомщу, и специального созла превращу его в остаток. Танцуем! Все! Он очень милым парнем был, но зачем он изменил? Когда все началось, предсказание сбылось, и внезапно над собой потеряла я контроль. И несчастный стал страной, серой шерстью обрастать. Любовь моя, эх, любовь моя, такая вот и легкая судьба моя. Сила я наделена, но на виду любовь моя обречена.
мы навсегда. Жизнь остался у меня, и со мною по пятам уходил и тут и там. Замечала я порой, как страдает милый мой, и жалела я на снах, на лугу его послать. Я все хотела как-нибудь все любимого вернуть. Я старалась как могла, но ничем не помогла. Копытами стучал, по-звинному кричал и хвостом своим вертел. Человеком быть хотел. Ты ведьма я, это ведьма я. Такая вот нелегкая судьба моя. Сила я надеяна, но на виду любовь моя вечна. До заката своих дней быть страдающим осла под опекою моей. И в итоге, наконец, он приблизил свой конец. Что-то выпил, что-то съел, и меня как охранял. Ведьма я, это ведьма я. Такая вот нелегкая судьба моя. Ведьма ты, это ведьма я. Такая вот нелегкая судьба моя. Сила я потеряна, но на виду любовь моя вечна. Классно, вообще классно. Синхронная «У» это получается у нас лучше всего. Деньги складывайте туда, в этот черный этот. Забирайте деньги оттуда. Туда, нет, туда ложите деньги, если есть. У меня нет. Вот, а она все рисует, эти дома зажигает. Сколько такая картина будет стоить? 3000? Это звезда? Крест тот, да? А ты там это все оттуда срисовываешь. Блин, а знаешь, как красиво получилось на самом деле? Да. Да. Трешечка стоит, а что? Забирайте. Трешечку будет стоить. Как свежие блинчики. Просто пришли и подождали, и купили. Нихуя пока не работает, конечно. Это моя история. Ну ничего страшного, мы пытаемся. А это уже будет, это, ну, видос там останется надолго. Такой длинный он. Часто вижу страх, смотрящих на меня глаза. Суждено уснуть в моих стенах, застыть в моих мирах. Но сердце от любви горит, моя душа болит. И восковых фигур прекрасен вид. Покой везде царит.
несет она. Мне свои цветы. Вот стоит другая, погруженная в мечты. Я тогда... Так, а мы позвоним Грише сейчас. До смерти рассмешить. Позвоним Гришке. Но пришлось, как в старой сказке, просто задушить. Я часто вижу страх смотрящих на меня глаза. И суждено уснуть в моих стенах, застыть в моих мирах. Но сердце от любви горит, моя душа болит. Деньги, спасибо. Деньги туда ложите, в этот черный этот. Спасибо. Кофр, да. Вот туда деньги ложите, вот в черный кофр. А все, ты будешь украдена. Пошли. Давай. К настоящему колдуну он загубил таких, как ты, нету. Словно куклою час ночной, теперь он может управлять тобой. Все происходит, будто в страшном сне. И находиться здесь опасно. Круто, спасибо. Круто. Сильнее хлопайте. В Северной Корее там есть это чуть ли не смертная казнь. Знаете за что? За то, что плохо плакал. Плохо плакал. Ну так
всегда медведи. Мы научим их сильнее хлопать, больше ложить, понимаешь? Тут работать нужно над этим. Помнят с горечью тряне, хоть прошло немало лет, о романтике Демьяне, чей лежит в лесу скелет. Жаль, никто ему не верил, но захватывало дух от его пыли на пее. Повелительнице Бог. Скинуть в банку вы не хотите? Чуть-чуть туда накинуть. На краски. Сейчас, подождите. Блять, не та куртка. Походу. Че, камера? Я в натуре хотел. Здравствуйте. Чего хотел? Сюда на краски, блядь, скинуть всю мелочь свою, а она у меня в другой куртке. Первый раз в жизни я захотел скинуть бабки. Ну, удачи. А они в другой куртке. Ничего страшного. Курток 4 штуки купил. Слушай, говори. Ну что, как дела у тебя? Ничего, потихоньку. Нормально, чем занимаешься? Распиваю алкогольные напитки. А? Распиваю алкогольные напитки. Ну, это понятно дело. Ты не хочешь заняться этим самым со мной сейчас? Чуть-чуть. По одной бутылке. Ты угощаешь, что ли? Да. А какие? Ну, пиво просто. А, нет, пива я не слушаю. У меня только водка. Ну ничего, а ты меня здесь подождешь, если так, я съезжу, две бутылки пива куплю и нет, сюда приеду? Подожди, да одна минута. Не, я чего хотел заканчивается спросить? Время покупать. Вы вчера с мы Юриком... вчера... Не, подожди, ну говорили там дама какая-то, Катя или там... Мать, да, и я ее оставила здесь. Как? Блять, они сейчас будут смотреть, понимаешь, вот это все. Так, и а они где? Вообще загоняются. Катя? Да. Не знаю. Ну, я думаю, чтобы она слышала сейчас. Мы поругались, скорее всего. С ними не общаемся. У тебя номер телефона есть? Никогда нет. Нет? Mm-mm. А что, не взял, что ли? Нет, не поверишь. Да, ну, почему? Ей надо было просто лет на 10 младше быть. А. Чтобы я взял ее номер, я тебе клянусь. Так а что, она такая плохая, что ли? Нет, ну, хорошая девчонка на самом деле. Ну, нет, неплохая, просто, неплохая. Ну, просто ты говорил, она такая. Следи за собой, вся смысле, крутая, да, такая. Пожилая? Пожилая. Веселая. Пожилая.